Дорогие оренбуржцы, дорогие земляки, поздравляю вас с одним из главных праздников нашего государства – Днем России. Мы поздравляем Сергея Михайловича Ильина. Аплодисменты Владимиру Сергеевичу Корсакову. Мы живем в уникальной стране, в уникальной области, где 126 национальностей живут в мире, согласии и в дружбе. И думаю, мы сегодня это очередной раз увидели. И я хотел бы поздравить всех оренбуржцев, всех россиян с праздником Днем Независимости России. Это день действительно единения. Очень важно, что в этот день, вот выйдя сегодня на улицы, вышли все национальности, люди, которые живут в мире. И мы сегодня убедились, что та политика, которая проводится в области национальности, в Оренбургской области, в России, она очень правильная. Красоты вокруг, только он нас радует, такими фасадами, скверами и парками, где цветы цветут. Первый раз на такой праздник попали. Просто потому, что интересно стало детям, чтобы посмотреть. Здесь в гости приехали из другого города. Гордость за страну. В общем, праздник есть праздник. День России. Для нас тоже как бы праздник. Мы любим Россию. День России. Очень знаменательный праздник для всех людей, для всех россиян. Это день нашей страны. Возрождение патриотизма. Это Россия, это с колен встает. Город растет, город меняется, город цветет, город влюбляется, город.